ждали АТЛ и Little Big, но, к сожалению, они не приехали. Очень жаль, но впереди еще огонь, это будет... Ну, я надеюсь, что это будет хорошо. Расстроились вообще, что не будет хедлайнера? Конечно, расстроились, но как вы думаете? А вы, девушка, такая красивая. Я такая красивая, я жду огонь. Да. Я думала, что огонь это будет огонь. По-любому. А вообще фестиваль потрясающий, просто потрясающий. Нет. Шел только ради Little Big и зашел в Мариуполь Фест в Инстаграме и огорчился. Просто максимально огорчился. Не то, что расстроился, но огорчился. Решили выпить что? Я решил утешить свою душу. Чем? Егермейстером. Папа. KBD, my dick is big, I'm okay, I'm okay. Как? I'm not alcoholic. А, вы пьете егермейстер? Просто тоник. Хотели послушать очень Little Big, но, к сожалению, Ильич заболел. Я желаю ему скорейшего выздоровления, всего ему хорошего. Надеюсь, в следующем году мы с ним встретимся. Валь очень крутой. Жалко, что нету Little Big. А так все очень круто. Мариуполь. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау. Эй, эй, ты так красива, невыносима. Рядом с тобою быть нелюбимым. Останови же это насилие. Прямо скажи мне, и тему закрыли. Вы дерзкий. И молодой. Точно, вы уверены? На все 100%. По-другому быть не может.